Погнали. Начнем мы сегодня с отличного квеста «Дом мрака. Побег». Очень масштабная игрушка со множеством загадок, чудовищ, странных ловушек, предметов и еще тут много всего. Игрушка выполнена очень атмосферно, с хорошей графикой и отличным звуком. Вам предстоит играть человеком, который всю жизнь посвятил поискам сокровищ. По найденным историческим данным, он решил найти древнее спрятанное сокровище в старом мрачном доме. Собственно, этот дом мы и будем изучать. Для игры вам потребуется хорошая внимательность, чтобы замечать предметы, которые будут помогать вам в открытии дверей. Кстати, комнат здесь очень много, поэтому играть придется приличное количество времени, пока все сможете открыть. Игра очень затягивающая и доступна она бесплатно.